Как утверждают социологи, человек в среднем ежедневно проводит более 5 часов в интернете. Но как с помощью него привлечь людей к науке? Популяризаторы науки находят разные способы возбуждения интереса людей к учению с помощью интернета. В Казанском федеральном университете редакторы ведущих научных журналов и порталов поделились своими методами. Большую популярность обрели короткие, яркие видео и аудиолекции. Например, историю Греции можно узнать за 18 минут в ролике портала «Арзамас» или пережить все французские революции с помощью игры, а изучив один курс проекта N+1, отказаться от чтения 1000 страниц научной литературы. Способов любить науку множество, но главное, говорят эксперты, подавать ученые блюда вкусно и с изюмом. Для тех людей, которые хотят быть, скажем так, модными, можно сбацать классный дизайн, и это решение проблемы для них. Других людей можно привлечь какими-то играми и какими-то такими штуками, которые в себя несут минимальное количество информации, но при этом там классный шаринг. Допустим, у нас один из самых просматриваемых материалов заключался в том, что человек вбивает свой возраст, мне 26, нажимает на кнопку, и ему выпадает совершенно случайно, ни к чему не ведущий факт: Чернышевский в вашем возрасте разочаровался в жизни и думал о самоубийстве. Ну, условно. Дальше мы такой бессмысленно затягиваем его на сайт, и он уже может бродить и смотреть какие-то лекции крутых ученых про Чернышевского и так далее. Чтобы каждый мог понять науку, ученые упростили свой язык, использовали визуализацию и следят за трендами. Даже о том, как работает большой адронный коллайдер, может узнать любой школьник, скачав приложение «Коллайдер» в онлайн-режиме. Правда, самым активным популяризатором коллайдера остается Япония. В школах поют песни о коллайдере, делают игрушки с изображением коллайдера. Игры и веселые видео, конечно, хорошо, но есть и старые, уже проверенные способы заинтересовать людей наукой. Это олимпиады, соревнования и научные фестивали. Казанский федеральный тому не исключение. Повысить свой уровень знаний может каждый на молодежном научном форуме «Наука будущего». Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.